Систематические занятия физкультурой, спортом, гармоничное культурное развитие, отказ от любых вредных привычек – все это входит в здоровый образ жизни, который пропагандируется действующим социальным проектом. Мы с радостью участвуем в акции «Счастье жить», доносим до детей важность здорового образа жизни. В рамках проекта «Счастье жить» прошли мероприятия в Доме культуры станицы Черноярковской. В нашем поселении для того, чтобы наши дети были здоровые, развивается спорт. У нас имеется площадка нашего двора, очень в хорошем состоянии. Имеется клуб «Кубанец», имеются силовые тренажеры. В течение вот этого 11 месяцев у нас приняло где-то участие в мероприятиях спортивных около 2000 человек. То есть это имеется в виду и взрослые, и, естественно, школьники. Собравшиеся горячо аплодировали самодеятельным артистам из Черноярковской. Мне очень нравится выступать и петь в этом, принимать участие в акции «Счастье жить». Мне очень приятно послушать других исполнителей. Многие дети хотят петь и приходят к нам в Дом культуры. И я стараюсь донести до их сердец, до их душ то, что я могу, то, что я чувствую, и чтобы их познания были на более высоком уровне, чтобы они стремились к лучшему. Порадовали всех своим искусством певцы ансамбля «Самородок» группы «Комплимент». Большой интерес вызвал документальный фильм, посвященный борьбе с наркоманией. Игры, викторины, конкурсы были организованы для детей в фойе Дома культуры, а завершился вечер дискотекой, которая никого не смогла оставить равнодушным. Андрей Вишневский, Андрей Шевердин, Максим Пощук для программы «События».